Итак, друзья, эта прогулочка такая легкая, скажем так, в эту непростую погоду, когда плюс 4, плюс 6 было, да, градусов, приходится выйти на простую теренку такой лесопарковой зоны и найти, значит, здесь себе какой-то маршрут для себя найти и попробовать записать тему. А тема у нас будет какая? Тема какая будет? Тема — это соблазн. То есть в предыдущих видеороликах я там сказал пару раз, что мужчина — это человек, которого можно соблазнить, который находится в состоянии зеро, единства такого мужского, да. И мужчина, чтобы оставаться мужчиной, борется сам собой, да, со своими искушениями. Так вот, наша задача — преодолеть это искушение, соблазн, да. И все-таки не спать лечь на диван, на кровать, а записать для вас видеоролик.